Добро пожаловать на прохождение игры Мэндиак. Потрясающей игры, сценаристом которой выступал великий писатель Терияма. Не помню фамилию. Создатель Final Fantasy 13, 13-2, 13-3, Final Fantasy 10. Это срань. Да. Я не выключаю иди. Перерождение. Что? Ох ты ж мать твою. Ну давай. Что у нас тут? Спасибо. Wanderer boot sequences commencing. Please observe your surroundings. Да ты чё, я могу? Спасибо. Я только по кругу могу ходить. Потрясающе. Ой, мать твою, на. Привет. Ну и чё? Wanderer jump sequencing approved. Next, please mine arc into your target. Ачивка. Я уже ненавижу эту игру. Mine arc sequencing approved. Please hack out of target. Дайте мне улететь. Что-то не то я делал. Рождение моё. Тут здесь уровни. Зачем здесь уровни? Тупизна. Терияма, уйди. Уйди и сапоги свои забери. Мне в уши говно сувать. О боже, ты педофил. Твою мать. Я не знаю, что... Я просто ненавижу Терияму, все. Я буду издеваться над этой игрой. Вообще не думаю, что он когда-нибудь напишет хороший сюжет. Хороший сюжет от Терияма.
Никогда. Oh, dude. One on site. You don't have to do this, Jim boy. I can still swap you out. I want this, Lilo. Gotta get back to work, right? Sure. With you every step of the way, buddy. But you gotta admit, pulling this girl's file, she's a dead ringer for... Marie, you can say her name. The dead keep their names. Wow. Keep this lighthearted banter up all day? Crack and tail, my friend, that's all. We only need to know why she's here and who she's come to see. Ну давай уже, а. We got action. She'll be one of the first out, C2F. Copy that. Eyes on? Confirm, are you eyes on? Eyes on target. Я теперь понимаю, почему сквайры не хотят больше делать новых проектов. А зато... Окей. Это было ни разу не подозрительно. Да пофиг, зачем, идем, давай. Давай еще раз, еще давай. Вот. Утё, вы можете укрыться, как в миллионах других играх. Охренительно. Я не знаю, как я это делаю. Я просто нажимаю левый триггер и эй. И он это делает. Все. This is Mobile One. Target has made contact with unknown. Please advise. Maintain observation. Do not intercept. Copy that. Поехали за ним. Точнее, перекатаемся. Хотите мне ачивки бессмысленные давать? Это вообще не требует. Ачивки должны давать за что-то. По яйцам ему еще раза три давай. Боже. И мне по яйцам дали. То есть у вас есть контакт, по которому, кажется, убийство должно было произойти, и ты сам убиваешь. Вот так. Unknown neutralized. Establish contact with target. Which bit of do not intercept did you not get? And what do you mean established contact? Дохлый. Не хочу. Ладно, поехали. Надо стереотипно пошутить Кодзима Геймс. Кодзима. Ну вместо того, чтобы палить безраздумно, могли бы нанять снайпера, да? Это было бы полезнее. Один выстрел, тихий выстрел, чтобы они не заметили. Give me the other gun.
You calculating combat odds and loss of pride. We need to get out. Давай сразу давайте. Угу. И она сразу умеет стрелять. Oh my genius. Ну нахер. Пойдем. Ой, чё, упоротый, что ли? Охереть, сколько мне. Зачем это дерьмо? Игра не знает, что такое баллистика. Что такое баллистика? Совершенно. Мне надо Дай пистолет. Игрик. Все нормально. This is Mobile One, Lyle. What the hell's going on? All I know is someone wants us dead. Us? You? You, me, us? Think they give a damn? This was supposed to be an easy mission. Oops. Ой, да я не кабелик. Что вы на их засунули, что перезаряжаться? То есть понятно, где суфлоры сделали. Так вот больше чувствую, что я играю в Resident Evil. Даже такая же. Все такое же. Я вообще ничего не понимаю, что делать. Нормально. Но если честно, это тоже проект из Скворечников. Паразиты в 3 был. И то же самое было. Поиграем за бабу. Чё ты им не писал? Потрясающий геймплей.
ship. Enemy up high. Скотина. На поездим, тварь. Если честно, с пистолета легче стрелять, чем с автомата. И чем он отличается? Понятно. Дигл. Двигайся. А, то есть я могу вместо бабы вообще играть. Что еще не нужны патроны. А, можно удер. Ой, вообще не держу вор, вообще ничего не. Дверь закрылась, дверь открылась. Нет, я не хочу продолжать, отстань. Which way to the station? It's through the concourse. I can't wait to get out. Дайте выселиться. Смотри, у нас миллион стрельба. Зачем я перемещаюсь? Зачем здесь уровни? Непонятно. This shutter looks locked. It might have a control panel. We should find another way. We might be able to go through that room over there. Let's take a look. То есть по сути вместо одного убийства мы делаем убийство миллиона людей и случайно можем убить вот этих. Точнее их могут убить из-за наших действий. Просто потрясающе. Let's find a way back to the concourse. Логика. Here we go. These guys are everywhere. Feels like they know where we'll be. Maybe they're psychic. No. Я вообще никогда не понимал, почему крутя. Да, было спасибо. В этом смысле оно все равно восстановилось.
значит скип? Чего скип? Что я проскипаю игру? Всю игру? Another shutter. There's no other way. Hey, what are you doing? I'm sending the virus to the security system. What? It'll open the shutters. Aren't you full of surprises? And now we just wait for the magic to happen. Who the hell are you, lady? Target's located! То, что она хакнула систему, вообще не говорит о том, кто она. Потрясающе. Да шутеры на PlayStation 2 лучше были даже. Читать надо. Все, я не могу. Уй, фу на тебя. А это жив остался. We made it. We're not there yet. We can reach the station via the top floor elevator. Bottom line is, monorail equals freedom. Let's dance. Чувствуете сюжет тут? Ага. Прямо. Тремочка. Но я чувствую игру, делаю трем. Как будто. Мне опять отняли все оружие, спасибо. Ну, перестарался. Вы там убил, никого не убивал еще. Elevator. That's how we get to the station. О, сейчас вертолет, да? Нет, нет вертолет. Хоть какая-то радость.
А прицел ты мне покажи. Вообще не понимаю, что происходит. Мне надо себя оживить, что ли, успеть? Почему в тот раз он сам встал? Обучение, такое обучение, прямо я прямо хило. А, то есть я начинаю с самого начала. Ну я бью. Ой. Ой, это... Где мой там персонаж? Elevator. That's how we get to the station. Here we go. Почему тут лететь? Давай. Да, разброс. А нет, вертолет. Обожаю я вертолет. Take it down!
Нет. Так. Дай ему хоть что-то попробовать. You sure are popular today, lady. It's Rebecca. My friends call me Becky. You can call me Miss Vice. I didn't get your name. Jim Corbett. Well, Agent Jim, coffee break's over. The elevator that leads to the flight control room is up ahead. Way you described it, thought we'd be there by now. We almost are. Whoever they are, these guys are serious. These guys are serious, motherfucker. Serious nigga. Сами на YouTube запомнили. Мне не объяснили, как гранаты кидать, мне не объяснили, как перекатываться, как быстро бежать, как, я не знаю, обосраться. Какое обучение отличное. О, это ж прямо из Demnation. Не, Demnation. Demnation. Там тоже можно так было. Напарника возрождать. Спасибо. Я не понимаю, зачем здесь экспа? Где моя прокачка? Да. Все. Я не могу прокачиваться. Упс. Что мне тогда? Вообще не понять. Level 5. Зачем?
да, с тобой-то, конечно, мы не можем прийти. Да. Я практически на максимуме. Вот это вот на максимуме. Такая скорость отличная. Дайте мне тут автомат. Вы посмотрите, я просто говно. Макаров даже в будущем хорош. За что вы и почему и зачем эти уровни? Ну, мы идем дальше. That's the elevator we need. We can ride it to the station. I'm not gonna miss this place.